цыплят по осени считают, а вот оленей считают по весне. Трудное это время весна. Важенки приносят детей, и ты, звеневой Иван Теле, обо всем должен позаботиться. И чтобы тугуты не замерзли, и чтоб матерей не потеряли, да и волков оберегайся. А просчитался — позор тебе на весь Нижнеколымский совхоз, на всю тундру, на всю Якутию. Но докраснеть не приходится. Управляющий отделением товарищ Ягловский и Вельвин, бригадир наш, посчитали молодняк. Молодец, говорят, Иван Рукватович, несмотря на пургу в мае, на твердый снег, глубокий снег, всех уберег.